Здравствуйте, мои замечательные. Мы находимся в ботаническом саду города Алматы. Пришли в красивое место полюбоваться и выпить горячего кофе. Но не тут-то было. К нам прискакала белка и устроила нам потрясающую фотосессию. Да, она зарывает орешки, она их не ест, она их зарывает. Мы специально брали с собой орешки с нашей дачи, чтобы кормить белок. Но мы и не дошли до того места, где обычно их кормят. Она сама к нам прибежала. И такая шустренькая, такая легонькая, но такая настойчивая. Она не столько их ела, сколько запасала на зиму. Запасливая такая. Брала по 2 орешка. И вот так вот бегала туда-сюда. То под одним кустиком зароет, то под другим. Вот так. Ну, красавица. Остывает наш кофе. А мы заняты чудесными эмоциями. Давай я сделаю эту. Это классно, на Ксеньке бегает. Молодец какая. Сделай еще реально. Вот, смотри. Я хотела, чтобы она ко мне прыгнула. Сейчас. Ладно. Бегала и по плечам, и по рукам, и по ногам. Смелая, шустренькая, радостная. Мы получили огромное удовольствие. Она что-то увидела. Немножко нервничала, кого-то там увидела. Но это не помешало ей брать орешки и снова их тарить. Она не дает. Да, она готова в рюкзак залезть. Готова залезть. А что говорит? Орешки уже кончились? Сколько можно одно это? Для тех, кто досмотрел видео до конца, замурчательного настроения, всего самого наилучшего в вашей жизни.